Пока я не начал говорить о том, зачем вы сюда пришли, проинформирую вас тем, что на Black Mesa сейчас действует 60% скидка, и вы можете ее приобрести всего за 167 рублей, если вы живете в СНГ. Разработчики Scrollboard Collective сегодня утром запустили летнюю новость, которую я вам с радостью зачитаю. Начнем с самого вкусного, с локации, которую обещали выпустить летом 2017-го, а потом в декабре... Ну, бог любит троицу, скажу я вам. Мы сделали огромный прогресс в разработке Зена. Мы начали внешнее игровое тестирование. Первые две главы, Ксен и Логово Гонарча, проходятся в среднем около 2 часов. Для справки, все 5 глав Ксен первых Half-Life опытный игрок проходит примерно за час. Мы очень рады показать свою работу всем, но мы также хотим сэкономить большинство красоты Зена как сюрприз. И теперь пойдут новые скриншоты, многие из которых имеют низкое разрешение. Мы закончили большинство уровней в первой главе, большая часть дизайна и арта завершено, и мы полируем 1 или 2 грубых изъяна в дизайне. Как вы можете видеть, мы закончили большую часть арта для Гонарча. Мы делаем некоторые последние изменения дизайна, чтобы сделать геймплей плотным и последовательным в течение всей главы, а затем мы просто добавим это в наш уже созданный арт. Как вы могли догадаться, эта глава очень тяжела в плане кода и анимации. Данная глава пережила огромное количество позитивных и амбициозных изменений дизайна с того момента, как мы ее начали. Мы очень довольны направлением, которым мы пошли для всех 5 карт. Они очень близки к полному геймплею и играбельны от начала до конца. Арт для этого уровня завершен. Не придавая слишком большого значения, у нас есть действительно захватывающая эволюция для этой главы. И мы начинаем финальный толчок, чтобы эта глава была полностью закодирована, заскриптована и анимирована. Эта глава закончена, однако здесь есть некоторые элементы, которые еще можно реализовать, как только остальная часть игры будет завершена. Но если абстрагироваться от этого, она полностью готова. В конце поста разработчики напоминают, что уже июнь, а в ноябре серии игр Half-Life исполняется 20 лет, и то, что они готовят сюрприз для всех нас. Неужели Зен? Из подтвержденного, у Black Mesa будет стенд на Retro Game Con 2018, а еще стримерский марафон по прохождению Black Mesa, Half-Life 2 и эпизодов от самих разработчиков. Остальное пока тайна. Кстати, 30 июня в 19:00 по московскому времени разрабы планируют сыграть мультиплеер с игроками, и я также собираюсь в этом участвовать, поэтому, ребят, жду вас в следующее воскресенье. Тем временем, подписывайтесь на канал, сейчас это важно как никогда, и ставьте большие пальцы вверх. Удачи!